Штраф в размере 300 тысяч рублей грозит владельцу бара «Империя». Поводом для проверки послужило заявление от представителя российского авторского общества. О том, что в помещении одного из баров Наринмара незаконно проигрываются песни известных авторов и исполнителей, стражи порядка убедились лично во время специального рейда. В результате полицейскими было изъято все музыкальное оборудование. Также в ходе проверки полицейскими была выявлена реализация алкогольной продукции посетителям бара. У индивидуального предпринимателя не оказалось соответствующих документов, которые подтверждали легальность производства и оборота алкоголя. В итоге полицейскими было изъято более 200 литров алкогольной продукции. Предпринимателю грозит административная ответственность.